Звездовик маленький или мелкий, очень интересное плодовое тело, называемое также земляные звездочки. Относится к семейству звездовиковых, роду звездовик. Впервые гриб был классифицирован в 1822 году Льюисом де Швайницеем. Звездовик маленький начинает развиваться под землей, имеет вид миниатюрных шаров, полых внутри, размером от 0,3 до 0,8 см. Затем плодовые тела на невысокой ножке прорывают лесную подстилку, цвет их белый, серо-серебристый, кремово-бежевый, поверхность гладкая, матовая. Гриб довольно редкий, распространен в Европе, на Британских островах. Звездовик маленький выбрасывает из отверстия созревшие споры облачком, похожим на дым, плодовые тела выглядят как миниатюрные восковые цветы, рассыпанные по поляне из мха. Звездовик маленький относится к несъедобным грибам по причине низкой пищевой ценности, данных о токсичности нет. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.